Мы все время куда-то спешим, торопимся успеть везде. Стараемся сделать несколько дел одновременно. Постоянно находимся в погоне и ждем чего-то нового, отличающегося от того, что есть сегодня. А готов ли ты пожертвовать чем-то своим, чем-то важным, ради того, чтобы оказать помощь другому? Порой мы предпочитаем не замечать проблемы других, но иногда оказываемся перед выбором. Идти дальше или помочь. Изначально тебе может казаться, что ты только теряешь. Теряешь свое время, силы и деньги. Но стоит только посмотреть в глаза человека, которому ты помог, и сразу понимаешь, ты это сделал не зря. И обстоятельства в твоей жизни обязательно сложатся таким образом, что приобретешь ты гораздо больше того, что ты посеял в другого человека. Жертвуя, ты только приобретаешь. Поэтому спеши помогать другим. И ты увидишь, как сам Бог лично начнет благословлять тебя во всех сферах твоей жизни. Спасибо партнерам. Вместе мы можем сделать еще больше.